В аэропорту Нринмара сегодня утром сошел с полосы самолет Ту-134 компании КТК «Авиа». Он совершал рейс по маршруту Пермь-Нринмар. На борту воздушного судна находились вахтовики. ЧП произошло в 9 часов 8 минут. Ту-134 совершал посадку, ему не хватило посадочной полосы, в результате чего самолет практически полностью выехал за ее пределы. На полосе осталась только хвостовая часть. На борту воздушного судна находилось 57 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Нет повреждений у самолета. Через час его отбуксировали на парковку. Причины происшествия сейчас выясняются. Расследованием займется Архангельское территориальное управление Росавиации. Аэропорт для принятия воздушных судов не закрывался.